так. Окей. Вот тут такое вот заведение придорожное. Hi. И всякие разные их пирожочки паровые. This is pao. 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 Pao называется. Chicken pao, beef pao. И разные начинки есть. Острые, сладкие, не сладкие. Вот он сюда выкладывает. Это у них паровая такая кастрюлька. Вот несколько ярусов. Они тут запечатаны. Очень такой добродушный, улыбчивый паренек. Brand name Papa Pao. Ага. Papa Pao. Наливается вода, мы тут дождались. Water only. Water, да. И сейчас у него тут тарелка, газ. Все это ставится и на пару варится. Вот оно на пару тут варится. Видите, пар. Разные эти, с разными начинками. Эти у них, тут у него для него подписаны они, как называются. Окей, да. Они разные всякие. Вот это мы брали вот этот рыбный острый, а я взяла с шоколадом. Много вот как на картинке, прям вот действительно шоколада очень много начинки. Ну и тут есть и с курицей, и со всякими разными начинками. Рядышком вкусненькое такой напиток продают, кофейный. Красивый. И мы взяли остановиться, мы ехали, взяли остановиться, перевести дух. Его вы уже допивали. Я думала, его допивает мою. Я уже твой, я допиваю. Вот, нам стульчики тут предложили. В общем, очень-очень добродушные. This is amabilis. Так, Вова сейчас будет пробовать самбал. Консистенция схожа на медузу, такая вот, как гумова. Что-то рыбное и дуже гирке. В загалом смачно. Это вообще, это и красиво, и вкусно, и прям супер. Рекомендуем.